На улице 1 в селе Кневичи протяженностью 3 километра работы произведены на 80%. Подрядная организация сделала отсыпку дороги и уложила первый слой асфальта. Обновила водопропускную систему. Оборудовала тротуары. Следующая неделя планируем произвести верхние слои асфальта. Ну и укрепление обочин. И на этом, да, работа заканчивается. Когда завершены будут полностью? Планируем работать до 25 числа все завершить. Одновременно дорожники устраняют нарушения и выбоины, которые образовались после работы большегрузной техники. Сегодня готовы к сдаче тротуары и дороги на улице Ульяновская и Щерса. На улицах Дзержинского, Анисимова и Херсонская работы продолжаются. В настоящее время ведется приемка двух автомобильных дорог. Это по улице Ульяновской и по улице Щерса. Подрядчики во время приемки, какие находятся проблемы, недостатки, они все устраняют. Также продолжается у нас работа на четырех автомобильных дорогах. Это улица Херсонская, Дзержинского, улица Первая и Анисимова. Следующий к сдаче у нас будет улица Анисимова, это к 15 июля. А остальные дороги у нас заканчиваются как раз 31 августа. Напомним, что общая протяженность дорог, которые ремонтируются в Артеме в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году более 7 километров. Луиза Сысоева, Иван Петров, Светлана Нурик, «Городские новости».